Так, собираем команду на 5-го босса. И их составим ведьми. Дракошку ставим душику. И вас оставим теки. Огневик. Пусть будет на нем. И чикабум. Пойдет на стрелка. Сейчас я посмотрю. Тыкву поставили, поставили, поставили. Поставили ледяному. Ледяному сейчас кого-то поставим. Единому можно, в принципе, Шарару поставить. Так, есть. Теперь руны. Единой с ремкой. Умедление. А всем остальным поставим доп. Удар. Так, тут ремка. Валю тоже поставим замедление. В принципе, без разницы, какое тут. Все равно шанс будет 25%. Так, душегуб стоит. Так, 10% есть. Мы тут же использовать не будем. Ведьму. Ставили. Стрелок. Тоже есть. В принципе, вроде все. Тут у всех 10% получается. Без разницы, в принципе, какие ставить. Так. Артефакты. Тоже, в принципе, без разницы. Они нам все равно не повысят урон. Напали на арене. Надеялся. Не знаю, сколько раз он уже нападал.
Так, осталось 5 минут. Можно пока пофармить. Волну. Можно, в принципе, 18-ю пофармить. Бульдозер, ну не знаю, в принципе, таким составом. А у нас тыквы тут нету, только вали. В принципе, Анубис и шапка могут зарешать. Не, вряд ли, не зарешали. И сейчас все здания снесут. Плохо, что нельзя смотреть нападение за весь день, например, только по 3. Так, это у нас сегодня выпало с фул отката кбшки. У нас там было где-то 500 тысяч, да? Сейчас посмотрим, сколько мы получили за сегодня, не учитывая рун. Ну, 1,5 миллиона за фул откат. Плюс там еще с рун, думаю. Сейчас глянем, сколько мы еще рун. Там было 500. 500 было. 8 демонов. Мало сегодня было пачек со второй эволюцией. Уже пачек 9 было. Так, а что у нас по рунам? Ну, где-то 50 рун в день получается. 50-60, когда как можно получать, может и больше даже. Осталось 3 минуты. Можно пока попродавать лишнее все. Ставим сюда ракушку. Можно замедление поставить.
Так, 1 минута осталась. И будем пробовать набить максималку. Главное удачно замедлить. В принципе, с ледяным проблем не должно быть. Без медузы можно будет замедлить спокойно. Нельзя напасть. Сейчас перезагружусь и зайду. Это, конечно, плохо. Да, видите, не успеваем замедлить мелкого. Надо так, чтобы он был сзади. Вот так вот. Так лучше должно получиться. Все равно бежит, добегает. Вот, вроде нормально замедлили. Посмотрим, будет 400 либо 500 миллионов или нет. Медузу я использую завтра, посмотрю. Мне интересно сейчас за 3 минуты набить максимум. Вот, нормально стоит. Самое главное замедлить мелкого, чтобы ледяшка нормально его замедлил. Вот, вроде все. Теперь он добежать не должен. Феникс, конечно, хорошо помогает замедлять. Раньше без Феникса было сложно. Сейчас при нормальной прокачке его даже на архидемоне очень хорошо использовать. Думаю, где-то 450 миллионов должны набить. Будем попробовать медузу вместо душика. Или вместо ледяного, вместо душика попробовать еще кого-то. Сердце я, например.
Смотрим, что у нас получится. 447. Ну, так как я говорил, это 450 получается. Завтра попробуем с медузой вместе. Посмотрим, что у нас выйдет. Смотрим, что у нас получится на мелком за 3 минуты. Достал. Ну, видите, нету. Нету замедления. Замедленно, если получится, то не подойдет. Ну, можно героям на точность ставить, но в принципе тут валька, она заряжает тыкву. Тут самое главное, чтобы тыква разгон давала большую. Плюс надо еще героям прокачать таланты на восьмерку, тогда процент больше будет. Но пока не до талантов. Тут, думаю, где-то 1 200 000 должно быть. Может, 250. На двух мы набили 447. В принципе, это уже... Больше раньше я 400 набивал. Ну, правда, там не все стояло так, как надо. Тут должно быть это 250. Так, 10 секунд осталось. 215. Вот, ну получается, без выходов за 2 захода
Если бы я выходил, я бы набил бы где-то около миллиона. Если бы я перезаходил через 1,5 минуты.